В минувшие выходные отмечался Всемирный день больного. Он призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие различными заболеваниями. Тверские медики всегда готовы прийти к ним на помощь, в том числе и те, кто работает в областной клинической больнице. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В начале прошлого века знаменитый польский филантроп, писатель и, что особенно важно, врач Януш Корчак назвал здоровье главным благом жизни. И время лишь подтвердило это утверждение. Оно осталось неизменным. А вот медицина сильно изменилась, шагнув далеко вперед. И сегодня даже в региональной клинике можно получить медицинскую помощь мирового уровня. Судите сами, это областная клиническая больница. Она является ведущим многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Тверской области. И с каждым годом условия для работы врачей и лечения пациентов продолжают улучшаться. Растет уровень оснащения крупнейшего в регионе учреждения здравоохранения. Например, с прошлого года больница полностью перешла на единую региональную медицинскую информационную систему БАРС, которая позволяет посредством цифровых процессов осуществлять обмен данными между медицинскими организациями, а также осуществлять централизованный сбор показателей со всей сети медицинских организаций региона или по отдельной медицинской организации для мониторинга и принятия управленческих решений. Стационарная помощь представлена отделениями терапевтического и хирургического профиля. В 2023 году были открыты отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями и новый современный операционный блок, благодаря чему объем оперативных вмешательств увеличился еще больше. Ну, мы очень серьезно за последние 10 лет подтянули различные возможности областной больницы, и не только взрослой, но и детской, и операции на открытом сердце, и уникальные операции в нейрохирургической практике, офтальмологической. То есть практически по всем специальностям мы выполняем высокотехнологические медицинские вмешательства. То, что раньше, конечно, наши пациенты получали только в федеральных центрах. В областной больнице оказывается высокотехнологичная помощь по следующим профилям: акушерство, гинекология, хирургия, нейрохирургия, офтальмология, урология, травматология, ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия. И в каждом отделении работают профессионалы своего дела, которые каждый день спасают человеческие жизни. Также в областной клинической больнице активно развита телемедицина, которая позволяет решать вопросы второго диагноза. Проводятся экстренные, неотложные и плановые медицинские консилиумы с ведущими специалистами. У нас сейчас такая прекрасная возможность есть связаться с любым лечебным учреждением, ведущими институтами Москвы, Петербурга, других городов, где можно проконсультироваться врачам, проконсультировать пациента, если это нужно, даже перевести в другую клинику. В прошлом году в телемедицинском центре было проведено 1100 видеоконсультаций, которые помогли пациентам, находящимся непосредственно как в областной больнице, так и в других лечебных учреждениях Тверского региона. В круглосуточном режиме работают кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии. В 2023 году в круглосуточном стационаре вылечили более 25 тысяч пациентов. Более 18 тысяч операций выполнено в отделениях хирургического профиля. И медицина, как говорится, не стоит на месте. Специалисты десятков направлений продолжают оттачивать свое мастерство во имя спасения жизни и здоровья тверичей.